Юные юидовцы вместе с «Зеброй» вышли на оживленный участок улицы Нефтяников, чтобы напомнить пешеходам и велосипедистам правила безопасности на дороге. На этот раз они взяли с собой барабан с сюрпризами. В нем спрятали загадки и предлагали участникам дорожного движения вспомнить ПДД. Мы с ребятами сегодня подготовили вопросы для велосипедистов и для пешеходов по правилам дорожного движения. Ребята будут задавать вопросы, то есть участники акции должны достать вопрос из нашего барабана волшебного, зачитать, и если они дают правильный ответ, то они получают призы. К какой группе дорожных знаков относится знак «Дети»? Я думаю, предупреждающе. Верно ответить на вопрос Ольге Гафаровой удалось с первой попытки. Она убеждена, что безопасность на дороге важна не только для детей, но и для взрослых. Знание правил дорожного движения очень актуально, особенно для детей, потому что дети часто остаются одни, идут в школу, на занятия, на кружки. И пешком идут, на велосипедах. И, конечно, они должны знать правила и соблюдать их. С начала года на дорогах Альметьевска произошло 11 ДТП с участием детей. Поэтому акция по профилактике травматизма во время школьных каникул проводится регулярно. Главной целью организаторы считают уменьшение количества ДТП с участием детей, чтобы их лето было безопасным. Мы призываем всех пешеходов и велосипедистов переходить правильно по пешеходному переходу. И светиться в темное время суток. За время акции юидовцы вручили более 20 памяток и световозвращающих элементов пешеходам. Ангелина Хабибуллина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.